Hello, my dear friends. This is Vasya in the Hey channel. My name is Sergey. Today our video turning out almost spontaneously. There was an emergency, so Tanya's sister got beaten up really hard by her boyfriend. To be honest, in my personal opinion, it's a mystery to me how such creatures like his boyfriend live in our world. Some people aspire to survive, some strive to make children, to start a family, to take care of their health, and they are unable to do it. Why such creatures like him live in our world? It's not all about. The point is that Tanya's sister is mentally retired and she's disabled, and this animal using her. Forgive me, but this situation actually touching me. Basically, he lived in her pension about 3 years. 3 years he is using her. So he used it to take her money and drink all days long, and beating her up to time to time. So guys, now you will see it for yourselves. And before it, please guys, subscribe to our channel. Subscribe to my Instagram. There is a lot of things from my Russian life, a lot of photo, a lot of video, a lot of my thoughts. And of course, guys, if you like what we do, you can support our channel. All information about it you can find in description. Я подумал, что это действительно важный момент, и мы решили туда поехать. Привет, Таня. Как дела? Нормально у вас? Да, весело. Мы тебя просто проведать. Привет. Привет. Ну что у тебя, как дела? Нормально у меня. Как у сестры-то дела? Синяк у тебя с того раза, что ли, не проходит? Или это новый? Отходит. Как у него был вообще вот такой. Вот такой? А что у него случилось? Там было вообще страшно глядеть. А что думали, случилось? Думали, что глаз не будет глядеть. А что случилось? Да я в больницу его возьму. А, не знаю, они там поругались. Это этот тебя избил, что ли? Ну да, опять. Да, этот, Абаха. С чем он там, яку балдой бил? Или коленом он? С колена. Колено там, ой, можно глаз было увидеть. Это... Как дела? Да нормально, все хорошо. Как глаз-то, нормально видит хоть? Видит, в больницу его возил. А что в больнице сказать? Ну, у нее этот бок болел. Бок еще? Угу. То есть еще и по корпусу, да? Там, каждый там, карпус, все нормально сделали. Каждый раз, то синее, то смертельное. А что ты на него в суд не хочешь подать? Она просто от него ушла. Ушла? Ушла и больше туда не вернется. Вот она вот тут живет сколько? Два месяца? Месяц. Месяц у тебя живет, да? Да, хорошо, нормально. Ну, а сейчас брат их не забирает их. Куда? Ты не пьешь-то, Танюш? Нет, нормально нет, все. Нет. О, умница, молодец. Я вообще не пью. Все, это все. Понимаешь, зараза, она тебя сведет. Не, я не хочу вообще. Нет. Она сколько людей уже погубила? Это... Да. Нет. Нет, даже вот у меня поминки были, я ее на поминки звала, но не пила ничего. А что у вас случилось? Отец заболел. Болезненно. Вы нормально живете все вдвоем, хорошо. Да? Да, больно, да. Это месяц такой синяк держится еще? Жуть. Да, это что хорошо, там было, интересно. Сдали. Моя дочка принесла ей. А если бы не бодяга, то, наверное, вообще да, еще дольше было. Еще дольше? Да, еще у нее здесь. Тут вообще так все было. Да. Здесь у нее тоже ребра поломанные были. И здесь ребра? Что-то у нее выпирает. Да, вот, да, ну, поэтому... хирург посмотрел, вроде ничего. Да, вот. Хирургу возили в больницу. Мне укол делали. Укол делали? А на как ее хотели произошло? Положить с глазом. Как произошло-то? Можешь рассказать? Как всегда, скажи. Пили, гуляли. Да. Что-то не понравилось, кого-то приревновал. Я приехала с магазина, Тань. Она с Буду приехала. Да, я магазин. А он говорит, ночью она уехала в Буду. Короче, приревновал кому-то. Какому-то деду старому. Деду старому. Он или живой. Ну, короче, надо было ему, наверное, зло просто сорвать. Просто повод, да. Да, да, и все. И ударил. Он приезжал, я его... И кружка крови.
Конечно. Ну как так может быть человек? Ну вот он все время бьет ее, все время, Серег. Сколько они живут, ну, все время бьет. Нет, он сказал, вернется, я ее убью. Вернется, убьет? Угу. Да, ну, что надо, значит, там... Он нигде не работает, он нигде ничего, на ее копеечке. Ну а что ты заявление на него не написала-то? Чего ты ждешь-то? Он тебя она так просто убьет. Правильно сделала, ушла и все. Я ушла и все. И все. И да. Пусть как хотит. Правильно. Написала бы заявление, он бы больше тебя бы пальцем не тронул, понимаешь? Его бы боится либо... ментов, боится умирать. А что бояться-то? Ну что бояться-то? Ты пишешь заявление, этого гада сажают просто и все в тюрьму, где ему самое место. Вот и все. Чтоб там его побили хорошенечко. Да. Он сам сдохнет сюда скоро. Да не сдохнет, он еще молодой. Сдох. Да не, он... А молодые еще не помирают? Сколько ему лет? 40. 40? 45. 45. У меня сейчас три мужика умерли, паленые его скупили. Один за одним, один за одним. Слушайте, 40 лет, вот люди только живут, там тренироваться можно, не знаю, там семью содержать. Молодой организм. Брат меня забирает. Брат тебя заберет, Питер? Да Валерка, родной. Родной Валерка, брат. Но ты больше не хочешь в деревню, да? Не хочу. Ну, то, она боится, просто... потому что, конечно. Туда не езди. Да, и его не прощай, потому что он тебя убьет просто в конечном итоге. Понимаешь? А черепно-мозговые травмы разные бывают. Сколько вот сегодня синяк, а завтра там инсульт будет от удара, и все. До нас я приехала, и все говорят, Наташа, не вздумай уйти отсюда тебе. И воду носила за 3 километра, по 2 ведра здорового. Угу. Кому тут носить что-то? И собаку надо накормить, и его надо и помыться, и постираться. А тут на всем готовом, все хорошо. А он жил на Таупинсе? Да. Вот пес. Да. Как мой дед говорил. Вот, 10 лет прожил, сосал. А сколько у тебя пенсия, Наташа? 16 400. 16 400. Вот и Танька пенсию получает, и живите вы спокойно, да, свое я, удовольствие. Ей все говорят, все здесь, все думеничи. Понятно. Как же ты ушла, как же ты ушла, как ты успела? Он бы пешком тебя убил, шла. Да, такое. Да, я смогу. Не вздумай уходить она отсюда. Она идет. Я говорю, Наташка, ну, какая-то он, не он такая. У меня еще больше было. Да, он, да? Он, нет, ну, да, она, он... Глаз-то же видно. Она еще не даже не было. Не видела. Угу. Страшно. Ужас какой. А тебе сколько лет? Столько, да, сколько и Тане, да? Двойняшки. Угу. Слушай, найдешь себе нормального человека, вот все будет хорошо. Только не пейте с Танькой. Следите. Я вообще не пью. Вот держитесь друг друга, не ругайтесь, живите вдвоем спокойно, да. Нет, и все. Нет, Танька вообще, она даже... И даже ухом не видит. Вот выпивает все, тут много... Алкаши. Ну не алкаши, но то праздники там, то и все. Ну да. Ну на поминки, свадьба тут была у нас недавно. Она даже вообще, как будто где-то и так должно быть. Не пьет вообще? Нет. Нет, нет. Молодец, молодец. Сок берет себе, даже лимонад не берет, газированный, не пьет. Только сок в этих пачках. Ладно, пойду к Тане зайду, мы сейчас уже поедем. Мы просто к ней заскочили, да, обратите, как у нее дела. Да, вы ее забывали. Да не, мы так заскочить. Ой. Ну вот так вот. Жуть. Таня, расскажи, кто приезжает? Валерка после 10-го. Да? Наташка говорит, он меня, говорит, заберет. Да. Заберет ее к себе в Питер? Ну да, он сказал, ее навсегда, тебя нужно на недельку. Ну, так говорит, я за тебя. А он понимает, что за ней надо заботиться о ней? Знаю, там, она же, ну, у нее сильная, да, инвалидность у нее? Да, там. Да, да. Прям чувствует. Она ее не бросит. Угу, угу. Сколько там, интересно? А, ничего, пустой карабин. Пустой? А, я с пенсии уже ничего не понимаю. Я все заплатила. А, ты все долги оплачивали, значит? Да. Ой, ты сама варенье сделала? Да. Молодец, ягодки, класс. А что у вас, еда есть какая-то? Покажи с сестрой, вот вы сейчас. У вас когда пенсия будет? Не, вот мясо чуть-чуть. А, ну есть. Пельмешки. Пельмешки. Вот. Ух ты, сколько ягод тут, а? Класс. Это молодец. Да. Заморозили. Там делают потихонечку. Угу. Там отдают, что отдают, что. Угу. Ладно, ты молодец, что ты ее так не бросаешь. И... Не, пускай у меня, а потом Валерка приедет, заберет ее. Я так спокойнее. А то она пропадет. Да. Она просто пропадет, потому что, ну, это ужас. Вот с этим уродом. Да я спокойно буду. Да.
Валерка говорит, ты не пропадешь там, я знаю, что ты не пропадешь. Ты молодец, видишь, смотри, сколько времени уже. Он говорит, Тань, ты поправилась, говорит, Валерка. Молодец. Поправилась и поправилась, помолодела, так, молодец, хорошо выглядишь вообще. Угу. Не пей. Ну, я не брошу квартиру, куда я бы, может быть, тоже на так осталась. Ну, съезди, посмотришь Питер. Да. Я думаю, там классно. Ладно, Тань, мы поехали потихоньку. Спасибо, Серёга. Не за что, не за что. Ты что? Заехал. Не за что. Вот я сейчас уезжал, и какая-то, знаете, тяжесть на душе, друзья. Вот уезжаешь, посмотрел на это все, на эту Наташку бедную. Мало того, что она умственно отстала, еще и судьба вот такая жуткая. Вот этот мудак, извините за выражение, просто бил ее постоянно. Сосал с нее деньги. Ну, вот что она видела, девчонка? Вот они грезят вот этим Питером, да, вот. Она думает, меня брат заберет в Питер. И ничего у них в жизни хорошего не происходит. Сейчас заедем к Тане, подарим тортик. Просто хочется, чтобы у девчонок было вот хорошее настроение. Ну, реально, как-то так жалко их. Вот они живут вдвоем, спят на этом диванчике маленьком. Судьба у одной и у другой хуже некуда, если честно. Я очень надеюсь, что у них все наладится потом. Как говорят, надежда умирает последней. Да, никого, к сожалению, нет. Стучался. В общем, постараюсь его еще поискать, друзья, но пока никого нет. Может, пьяный валяется где-нибудь, что очень вероятно. Стоит мотоцикл какой-то сзади там. Собака лает. Дома его нет. А не подскажете, там в желтом доме человек живет? Вот там. Он там жил раньше с Наташей, с такой. Да. А где он сейчас, не знаете? А я не знаю, там нету его, я не знаю, нет, сейчас я его не видел. Ну что, друзья, я уже нахожусь в Думинчах, сейчас иду в ближайший магазин, куплю Тане продуктов. И сразу же едем к ней, узнаем, как у нее дела, потому что что-то мы не можем до нее дозвониться, трубку она не берет. Очень интересно, как поживает ее сестра. Надеюсь, она не наделала глупостей, не вернулась к этому человеку, который ее избивает постоянно. Здравствуйте. Привет, Анют. Как дела у тебя? Наташа нормально. Она гуляет. Гуляет? Ага. Давай, я убирала. Ага. Как вы с сестрой живете, расскажи. Нормально. Наташка вчера пиво напила. Пиво пьет? А ты не пьешь с ней, да? Я не пью. Так, я вообще не приеду. А мы скоро с Балакиной на катушку поедем. В сентябре, 1-го числа. Ты расскажи, пожалуйста, как у сестры с этим отморозком? Она не общается с ним. Он не звонит. Все хорошо, да? Да, да, да. У нее нет мыслей? Что... Нет, он ей звонил как-то пару раз и все. Да? Больше не звонит. Сказал, живи как хочешь. Наташка тебе помогает, в общем. Наташка помогает мне, она молодец. Магазин посылает, иди в магазин, готовит, убирается. Хорошо. Вот сейчас ушла. Я, Тань, пойду прогуляю сейчас. Там Надька детей взяла, и она с ней пошла. Угу. Но ты следи тоже за ней. Слежу, конечно. Я уже ору на нее, Натах, нельзя так пить.
Угу. Куда деть? Ну, понятно. Не, она все отошла. А этот не заходит за тебя? Кто? Леха? Леха. Он вчера приехал, не знаю. Чего не он же девушку себе нашел. Да ты что? Да, и то ли поругались, я не знаю, вот вчера приехал ночью. Mm-hmm. Здесь. Он в лес по грибы ходил, лисички набирал. Mm-hmm. А он с девушкой своей здесь живет? Или нет, один. Здесь сейчас один, девушка его в Кирове. Mm-hmm. Вот. Не знаю. И она к нему сюда приезжает, да? Она приезжала, один раз здесь была. Mm-hmm. Ну такая ей 23 года. Маленькая, ростик. Ага. Ну понятно. Ладно. Вот. Ладно, вы тут живите хорошо, да. А ты за ней так следи, а то она может в какую-нибудь передрягу залезть. Не-не-не, я слежу. Что там по поводу Димки моего? Сереж, у меня хочу себе еще одну мечту. Какую? У меня фоток его даже нету. Фоток Димкиных? Да. А как же мы тебе эти фотки? А вы же фоткали как-то, и этот Камиль фоткал свадебные какие-нибудь. Как их сделать? Распечатать их? Да. Ты хочешь фотографии, Димки? Да, а то у меня ни одной фотки его нет. Да? Вот, ну, смотри, что нам Леха дал. Ну, покажи. Скажи, что? А, ничего себе. Это вот этот Леха, да? Да. Ну, ты говоришь, парень плохой. Ну, тебе не нравится просто. Ясно, молодец, Леха. А где это он притаранил эти диванчики? А, он у себя в квартире принес. Угу. Он же сейчас уезжает жить туда. Он здесь жить не будет. Так ну, что понятно. Вот такие вот дела. И эта квартира у него будет пустовать, да, здесь? Это? Да, нет, почему? Там сестра его прописана, племянница. Угу. Они то ли продаватели. Thank you guys for watching this video. I really appreciate you for your support. This is the biggest help from you guys. Please subscribe to our channel, subscribe to my Instagram, and see you guys in the next video. Be safe.